«Видели ночь, гуляли всю ночь до утра». Эта песня Виктора Цоя в начале 90-х стала культовой для молодежи, но через 25 лет она несколько утратила свою актуальность. Теперь гулять до утра, если рядом нет родителей, можно только, если тебе уже исполнилось 18 лет. Лицам с 16 до 18 лет запрещается находиться без сопровождения взрослых или законных представителей в общественных местах, на улицах, скверах в период времени с 23 часов до 6 часов утра. Несовершеннолетним в возрасте до 16 лет запрещается находиться в ночное время с 22 часов до 6 часов утра. Закон Московской области с длинным названием «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью и развитию несовершеннолетних в Московской области» принят еще в 2009 году. Именно он устанавливает ограничения на пребывание несовершеннолетних в общественных местах в ночное время. Но, как показывает практика, его выполнение частенько игнорируется. Несмотря на поздний вечер, на улицах Видного довольно много людей, и среди них немало подростков. Естественно, никаких взрослых рядом с ними нет. И, судя по всему, идти домой они собираются не скоро. Увы, но необходимость такого закона подтверждает сама жизнь. За первое полугодие 2016 года в отношении несовершеннолетних было совершено 10 преступлений. Сами же подростки совершили 14 преступлений, в которых участвовало 18 молодых людей в 6 преступных группах. За 8 месяцев вот только в наш ВОД по Ленинскому району было доставлено вот 45 подростков, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. И из них вот именно в ночное время по 148 закону 12 подростков. Если ваш отпрыск будет постоянным посетителем УВД в темное время суток, то он будет поставлен на учет и попадет под бдительное наблюдение правоохранителей, равно как и вы, его родители. В единичном случае можно отделаться легким испугом, да и сумма штрафа относительно небольшая. Родители подвергаются административной ответственности по Кодексу об административных правонарушениях согласно статье 5.35, где предусмотрена санкция в виде предупреждения или административного штрафа от 100 до 500 рублей. Зачастую у старшеклассников и студентов колледжей дополнительные занятия, а также кружки и секции заканчиваются довольно поздно. Вряд ли наряд полиции станет задерживать молодого человека, ожидающего автобус на остановке общественного транспорта. Тем не менее, в темное время суток родителям все же стоит встречать и провожать своих детей. Подобные законы действуют во многих странах, но когда речь заходит о детях, наверное, стоит обратиться к простой человеческой логике. Ведь когда ты знаешь, где твой ребенок и что с ним все в порядке, и на сердце как-то теплее. Кстати. Алло, Соня? Да, пап. Ты дома? Да, давно уже. Ну хорошо, я тоже скоро буду. Пока. Мы закон соблюдаем. А вы? Максим Козлов, Владимир Бижонов, Екатерина Чернышова. Видное ТВ.